сами себя своим весом за пружиной конечностью. Пока вес подниму без нагрузки. Добиться вот этой цели, зафиксировать точку опоры, найти вот этот хребет, загрузить точку опоры, потихонечку выйти в эту стойку, постоять, в общем, время помахать. Техника, дерево. Такая следующая прокачка идет суставная, старая, японская. 5 миллионов лет этой техники укрепления суставов. Австралопитеки еще придуманы. Наши предки, детки, обезьяны, человеки. Шлюпаться вот так, подать на конечность, голень, предплечье, голень, да, шлюпаться, фиксироваться, вот для борьбы. Меч ползается, вот такой способ отжимания. Это считается в Японии уметь правильно отжиматься на руках. Первое упражнение. А даже нет, прокачка. Руками держать за мои ноги. Попробуй вокруг круговые движения. Ползать, заползать. Мало это сдавать. А теперь на спину лягь. На спину перемещайся. Пока смотрим. Не повторяем практически, а посмотрим, как толкать будет маневрировать в ногах у противников, как он будет выживать, защищаться за счет этих правильных движений, выжимать их ноги, выжимаясь углом, поспокойнее, да, выпрямись, прижимайся к полу, прижимайся к ноге, да, изгибайся, вот для чего нужна пластика, растяжка, поворачивайся, да, ножку выкидывай. Через голову продолжился, я опять рукой поймал ногу. Опс. Вот у детей, подростков эта техника, эта моторика, она как бы заложена еще, скажем, в крови. С детства, да, еще не совсем. Взрослые как-то немножко потом крутятся времени. Посмотри, дальше для тебя показываю. Перехваты, да, пошагово буду метр отвес, специально фиксирую. Специально это пошагово фиксировано. Да, техника японского джиу-джитсу. Это уже настоящая пошло. Истинная техника самурая, джиу-джитсу. Болевые. С применением удара в точку. Нет, ну по идее я должен был быть в голове и в голову атаковать. Это так. Ракурс такой. Ножку поставь, чтобы видно было. Переходом. Да. Это тоже разовая техника джиу-джитсу. Вась, становись. Да. Только ни в коем случае не называйте это бразильское джиу-джитсу. Потому что в природе такого нету понятия. Поэтому японцы в этом плане здорово спорят. Ихнюю технику. Вы тогда назовите валито, валикудо. Как она называлась у них у бразильцев. Переходы. Надо ножку, да. То, что как раз и надо. Это все старое японское, самурайское. Ты даже вот трактаты 300 лет назад рисунки смотришь. Вот эти все фиксации. Да, ножку, ступню. Это все. Да, это все
На японских трактатах, на 300 лет назад рисунка все это пошаговая схема болевых воздействий. А техника джиу-джитсу мягкая, гибкая, она так и приводится. Победить человека, чтобы победить. Расслабиться, победить, поддаться. У меня задача стоит. То есть я вроде попал в конвертик. Да, это называется не треугольник, а называется envelope. Захлопный конверт. Ну, все, давай. Это называется конвертик захлопнуть. Конвертик, да? Все, и руку. Рычаг. С переходом. Держи, держи, держи. И поднимаешься. Как силу. Только не дергайся. То болезненно будет. Все. Аккуратно развязываемся. Вот. Стоп. Стоп. Да. Аккуратно пошагово. Вот истинная техника джиу-джитсу, японского. То, что я сейчас сделал, пернагар, попробуй ты у меня перемещаться, двигаться. Как толгар перемещался. Да, как я перемещался. А толгар лучше делал, да? Ну ладно. Теперь толгар за техника понравилась. Я еще учусь. На 9-й дан уже 4 раза аттестовался. Успешно проводил экзамены, честно говорю. Это не просто так. Там такие мастера, такие придумали. А это на самом деле, да? Да, на самом деле, я вообще всю жизнь учусь. Я 4 раза уже сдавал, 5 раз готов уже слабости и студенты. На 9-й, да? Поэтому... А у вас сейчас 8-й? Да, всего 8-й, уже давно, уже 11 лет. Поэтому я плохой ученик, честно говоря. Я всегда говорю правду. Потому что все равно, немножко где-то врешь, потом это все в районе, оно вылазит. Что тоже будет. Ну что, кто? Молодец, Вася, давай, живи, выживай. Я пока тебе даю еще, так скажем, заниматься брейком таким, танцами, да. Вот, солдат, смотри. А потом я начинаю уже маленько ему мешать. Да, Вася, давай. Ты сейчас так же лучше защищаешься, а я тебе тихонько ногами сейчас закину. Вот это чудо. Вот это то, что как раз и надо уметь. Опа. Вот прямо нарвался, да? Ты что, поцеловал мне номер? Или да? В лоб. Опять тебе в лоб. А на самом деле я бью жизнь на улицу, бью вот сюда, когда хулиганы напрягают. Здесь-то мы жалеем обязательно техникой безопасности на первом месте. А жизнь на улице я буду бить по почкам, конечно. Обязательно. Оп, да. И писюлика прикрывайте. В спорте писюлика не прикрывает, потому что бандаж и бить нельзя. Это самая тупая техника. Спортивная техника, по правилам, самая тупейшая. То, что мог человек изобрести, сам себе противоречит. А на улице бабушка подойдет тебе, между руки пнет. А ты скажешь, бабушка, ты же не по правилам меня ударил. Меня подражание, блин, пошел. Были такие случаи, есть. Потому что... Давай, переживай. Вот эту эмоцию с моей стороны, да, долга, обязательно. Чуть попозже все. Старай, пока хватит. Чекир, стойки, прокачка, закачка, ребята. Угу. Ложись на спину, ножки надо болевые. Угу. Уметь фиксировать, уметь держать. Эти корочки плавно, я пошагал, да. Завязывать все эти узел. Глядь на живот. Легче будет, да. Я завязываю все это. Подвязку делать таким образом, да. Вот так, молодец. Включись, бегай на коленях, на животе, на спине. Да, потом вас где-то будут маленько зажимать и наступать будут на вас. Обратно идем по прямой, но с вращением, да? И выкидываем, выбрасываем ноги со степом, с уклоном в сторону, да? То же самое, только с ударами. Это можно бахлажку.
паузу сделать маленечко, выждать. Дистанция появилась. Обратно с ударами, возвращение. И перемещение, и вращение. Вот. Все, занулся. Вот. Потому что голова маленечко закружилась, это хорошо. Здесь неприятно брать. По-русски говоря. Раз, сгибаем. Укрепляем мозжечок. Так, чуть поспокойнее, да. Темп. Выполнение поспокойнее, покачественнее. Перемещение на ногах. Или выбросил рук. Ну вот так, на два узла, да? Вот здесь, на два узла. Раз узел, два узла, прямо, да? Отлично, да. Вот, сделай. И пополам сложить, складировать пополам. Такой принцип наручника. Завязали, завязали. То есть какие-то определенные программы у нас нет, отталкиваются от вашего уровня. Да, косичку сделали вот так, намотали. Намотать так косичку, чтобы рука не вылетала, но и не сильно плотно, чтобы кожу не содрать. Потому что вы сейчас будете использовать вот этот пояс как тренажер. Да. Для отработки удара. Для того, чтобы научиться включать плечо, чтобы удар был тяжелый и правильный. Так, посмотрели внимательно. Задача в чем заключается? Давайте пока прямой, передний. Одну руку я на подбородочек, локотком закрыл внутренний орган, да, набрасываю. То есть моя задача не отрывать, а бросать плечо, удлинять. То есть у меня препятствие, пояс, меня удлиняет, смотрите внимательно. Ребят, плечо, плечевой пояс, лево, право, левая рука, левая, правая. Потом левая, правая, одна рука атакует, вторая возвращается, плечо, кулак, вперед. Вот это искусственно созданное препятствие между руками, как раз ширина плеч, полезная тема. Давайте посвободнее встанем на середину ковра, посвободнее. И на месте руки подняли и потихоньку набрасываем. Левой рукой, правой рукой набрасываем. Потом левой, правой. И сохраняем вот это положение, вот эту рамочку сохраняем. Нет, пока по воздуху. Да, перед собой по воздуху нет. Напротив кого-то конкретно. Давайте, ребят, правда. Да, давай сейчас я подскажу. Да, все хорошо, так спокойно, не торопясь, набрасывать. Средняя. Скорость, средняя сила. Используется мышечное напряжение. И сейчас с каждым разом все будем усложнять это упражнение. Последующим образом покажу. Хорошее, нужное упражнение. Используем пояс как тренажер. Бросай самостоятельно. Без счета. Я не считаю, я хожу смотрю. А вы каждое свое удовольствие. Плечи гуляют, такой вес. Молодец, да, вот такой свинг. Вперед. И посмотрите дальше. Дальше снизу лючики пошли. Вот так. То же самое. Рука, подбородок, рука вперед. Рука, подбородок, рука вперед. Кулак. Один вперед, вторым кулачком закрывает себя. Слабое место. Закрывает слабое место, да. Также перед собой вот эти крюки набрасываю, да. Перед собой. Сверху крюки, снизу крюки. Снизу. Да, вот. По крайней мере, на начальном этапе обучения правильной техники работы руками, Талгат. Вот эта штука вам необходима. Вот этот пояс не для того, чтобы показывать и хвастаться, что у тебя потемнее, ты совсем темный. Нет. В Японии изначально пояс был как тренажер, который на тебе и штаны поддерживаем, и курточку маленечко, чтобы она совсем была не раскладана. Да. Вот, рука, смотри, видишь вот это расстояние? Да. Не шире. Ширина плеч, смотри, ну как четко. Вот ширина моих плеч. Вот. И с этого положения я учусь наносить удар. Прямой удар. И чтобы у меня удар был удар у меня длиннее,
Я удлиняю плечом. Плечом. И удар получается истинно правильный, потому что он получается тяжелый и силовой. Тяжелый, да, силовой. Да. Старое упражнение самурайское, японское. Джиу-джитсу. Вот из этих техник потом начала отпочковываться техника карате джиу-джитсу. Потом чистое карате отдельно. Гики фунакоси. Учимся противника с насильным, да. В общем. Больше не как. Изначально карате японское было такое. Гики фунакоси он обучал именно вот таким стойкам. Прижимистым стойкам. Аяма в свое время, да, высший мастер. И джиу-джитсу, и дзюдо, один из учеников, ученика Фунакоси. Он мог себе позволить вот так, потому что у него тело мощное. В смысле, раскрытая стойка? Да, у него открытая стойка, потому что он человек от природы был крепкий. Да, у него голову кулаки ломали, он голову подставлял. Но мы берем среднее для всех, люди похудее, и наоборот, надо немножко более закрытую стойку иметь, желательно. Тот мог себе позволить, да, но это случай такой единичный, опять же. Его природа одарила такими данными. А мог позволить, да, дать удар по себе, он не боялся ударов, он держал удар. Ну и, соответственно, удар у него был смертельный. Потому что он изучал этот удар досконально. С физиологической точки зрения он и уходил в горы, тренировался на камнях. По камням бил, ломал камни. И камни на себя бросал, на свое тело. Учился принимать тело. Я душин говорил? Нет, я говорю про Масвасоса Аяма. Аяма. Кёкушин — это школа, которую он создал потом впоследствии. Но начинал он все такие. Карате джитсу. Все то там. Да. Оно называлось тогда карате джитсу. Почему? Плечом. Не, левую рукой держу, смотри, давай. Потом я правую рукой держу, потому что в данный момент я не просто его, там ребята работают, ему создаю комфортные условия для работы. Я еще себе кисть руки запястья укрепляю. Здесь обоюдная польза. То есть я держу крепко, а он сильнее. Да, плечом, кулачком, молодец. Потом я двумя руками обязательно создаю ему более жесткие условия и держу у него руки на весу. Чтоб он мог наносить удары снизу, сверху, да, и толкать вперед, давай. Кулачки, пальчики, сожми кулачки, пальцы в кулак, пальцы не раскрывать ни в коем случае, особенно на улице. Толкай. Вот такая немножко силовая работа, силовая техника, такой силовой позыв. Толкай, плечи вообще стоят, видно, да? Видно, мертвые плечи. Потому что надо немножко походить в элементарную, хорошую английскую школу бокса. Борьба называется, английский бокс. Бокса везде, по-моему, походить надо для разнообразия. Научат. Сейчас без этого, ну, нельзя. Базу. Да, базу хотя поставить. Это будет большое. Потому что ноги поставить, удары — это одно, руки — это совсем другое. Потом их связать, а еще борьба, а их тоже связать. Блин, тут... А вы говорите, спорт. Хотя бы чему-то научиться. На физкультуре разобраться. Да, хотя бы в этой физкультуре-то базовой физкультуре-то основах разобраться изначально правильно и лично. Да, кинь на себя сильно, повыше надо. Нет. Стоп. Вот так. Я сейчас буду двигаться, я буду показывать упражнения, вы мне должны помочь ассистировать. На уровне моего плечевого, вот так. На плече чуть пониже. Смотри внимательно, в чем заключается характер этого движения, упражнения. Уметь уклоняться под дырью, как по клубочку. Раз, два. И наносить удар, да, после каждого выхода. Перемещаться. Движение поступательное. Вперед, нырок, удар. Нырок, удар. И я иду.
И жги, держи крепко, натягивай. Разворот. Разворот. Подбериваю. Закрываюсь. И пружиню. Я свое тело превращаю в пружинку. Мое тело. Смотри внимательно. Держи крепко. Да не надо чересчур высоко. На плече. Держи. Терпи. Не просто так, кстати. Руки зависают. Кровь. Отступаем, смотрим внимательно, и край, и край. Вперед по прямой. Вот такие тупые движения нужны. Базовые перемещения. Назад по прямой. Обязательно, да. А мы притягиваем пояс. Вася, подержи пояс. Толгат, перемещайся, как я. Вася, ты понял, да? Дотяни на себя. Понижи, да. На уровне его плечевого пусть, чтобы голова у него так, на все, по-русски говоря, находилась на этим тренажёре под названием Куби пояс. Так, ну примерно вот так, да. Притирочку. Ухо правым левым, рот закрой. Стоечку, посадку сделай правильно, сутулься. Давай, вот, сохраняй. Вот это тело положение, сохрани, пожалуйста, да. Мирок, удар. Вперед через пояс, кривой удар, прямой удар, без разницы. И движение на ногах, иди на меня, ко мне подходишь, к нему подходишь, а потом еще вращаться начинаешь, поворачиваться. Хорошо. Попробуй сейчас стойку. Саш, посмотри, стойку сохрани, толга. Попробуй просто на руку пойдем. Не за ногу, рук. Давай. Так, притирочку. Теперь круговое движение под поясом. Молодец, здорово получилось. Разворот на 360. На 360 вокруг своей оси. Под поясом. Затылком шоркаешь. У вас семинар знакомства, семинар обучающего характера. Не какие-то спортивные сборы, что уже показал и все делают правильно. Нет, мы сейчас ищем как можно больше ошибок, чтобы их быстрее исправить. Чем больше ошибок. Если человек делает правильно, как я показал, мне это неинтересно. Мне тут нафиг не нужно. А я только и приехал туда, чтобы увидеть ошибки и подсказать. Не то, чтобы переобучить, а просто подсказать, поделиться опытом. По-человечески. Никому не оскорбить, никакой борьбы, направления, техники, потому что на улице техники и борьбы не бывает какой-то идеальной. И самый эффективный удар. Я говорил всем, не буду говорить, миллиард лет говорил об этом. Самый эффективный удар, неожиданный, сзади битый. Mm-hmm. Вот мы с Шуриком разговаривали, да? Стой на месте! Мы с Шуриком разговаривали, он меня отвлекает, да? Да, ты меня за руку возьми. А в этот момент, вам, вот, в таких моментах все спортсмены гибнут. Ну, гибнут в кавычках, проигрывают. Очень много случаев, вот сейчас, очень много, в ночных клубах. В ночных клубах. Ребята, спортсмены, гибнут от нападений, нескольких одновременно противников, которые наваливаются. Он готов, умеет биться, побеждать одного противника. А тут наваливаются 2-3 таких же, как и он. Конечно, проиграет. А вот он вот так бил. Ну, это не особо важно, если по-моему, даже. Ну, да, он чересчур маленечко низко себя опускает, хотя можно покороче это пружине, и ты должен головой, затылком шоркать пояс, шоркать. С затылком? Да, ну, головой, ухом, да. Давай. Ничего. Это правильно. Методика обучения на ошибках учимся. Давай без ударов. Тебе удары сейчас в данный момент мешают. Учиться чувствовать свое тело. Что такое борьба? Надо научиться чувствовать. Молодец своим телом, а потом телом противника. А то мы хотим сразу же всех научиться как можно быстрее научиться побеждать, не проходя самый нужный раздел под названием пахота. С утра до вечера. Отрабатывать мозоли, чесать
набор каких-то связок. Поехали, поехали. Вот то, чем сейчас ты и занимаешься. Давай, давай, учись. Учись перемещаться. Да, чувствовать свое тело. У тебя ноги под ногами, руки в руках. Если будет. Да. Ну а как еще можно его перевести, если он ноги не чувствует? Руки не чувствует. Руками-то нужно себе прикрыть. Немножко сутулиться, подбородочек вниз, смотреть из-под ноги. Вот сейчас такие требования, современные требования. И такие требования были при Александре Македонском еще 2300 лет назад. Потому что там-то люди бились-то не ложись, а насмерть. Бои гладиаторов. Идеальная школа подготовки. Как раз по истории у нас фильм гладиаторов. Сейчас сколько много фильмов голливудских хороших. И там в притирку, еще раз. Подержи, пожалуйста, давайте еще раз покажу. Не будем торопиться, суетиться. Вот этот нырок поплывок в притирочку, но с уходом. Я как бы немножко убираю тело с линии атаки. Я убираю тело с линии атаки. Вот эта прямая линия подразумевает атака прямая со стороны тебя. Могут выкупать. Да. Вот так я и подхожу. Подхожу для того, чтобы утила ближнюю. Вот сейчас самое главное. Выброс руки в притирку. Как будто это рука противника. Я учусь наносить удар. Вот через руку противника. В притирку. Ты видишь, я подбородок закрыл где-то. Лоб подставил. Тут крепкая броня. Вот это слабая часть. Ну, очень важно, чтобы вот эти делать движения научились делать изначально правильно. Только так и больше не так. Снизу вверх. Сверху вниз. Сверху вниз прямой. Снизу вверх прямой. Вот эти переходы, игра плечевая, суставная, вырабатываются именно под таким тренажером. Это я рекомендую инструкторам и всем взять за основу это упражнение старое, японское. Веревку там к дереву привязывают, веревку к дереву и ходят, качают маятник. Еще фильмах старых, сокурских это есть. У японских самураев это упражнение. Смотри дальше. А дальше нужно полагать. Еще научиться поворачиваться, да? Отходить, разворачиваться и находиться все время на линии огня. На линии этого пояса. Следующий, смотри внимательно. Следующее движение. Держать крепко. Захват, перехват. Вот это батурин с переходом. Когда руку поймали, ее сразу же завязывали. Ну, это похоже, это пока сложно будет для вас. Так, держать. Крепко. Где вторая рука? Сюда должна быть. Вот здесь. Где вторая рука должна быть? Вот здесь. Следующее будет упражнение. Смотри сюда. Чего? Нет, покороче, да. Смотри сюда. Внимательно. Дальше. Будем усложнять. Это можно через вот так открыть. Да? Начинает усложнять. Усложнять вход, тело вход. И переход опять. Оп, пояс. Вот такая игра. То есть переход от ударов в борьбу, ближний бой, клинч, забегание за спину. Это чуть попозже. Так, все, поехали. Давайте. Пружинить, да, надо же. Чуть сухнуться, да. Да, вот эта плотность, работа. Принцип работы, плотности. Работа. Ближнюю бою, да, притирочку. Да, вот. Потом это же упражнение будем пара делать под поясом. Будет двигаться, будет уже выносить одновременно. Нырок, нос, да, защита, параллельно все это. Вот это самая идеальная подготовка. Японцы учили нас. Сзади прокинь, да. Самый неожиданный удар сзади. Да, мы любим уметь наблюдать спереди, когда сзади это будет. Мы всем говорим, это не по правилам, а право как раз и заключается в том, чтобы не было вообще правил. Спасибо, мы со стороны этого больше смотрел. Да. Рукой будет я прям. Давай, двигайся, смотри, ныряй. За тобой буду параллельно умерться. То, что надо. Развиваем моторику. Гоняй. Удары делают плечом. Ты бьешь кулаком, ты не бьешь рукой.
Ты бьешь кулаком. Ты вот так бьешь, ты вот так бьешь. Нужно сюда лечить. Рука, корень, плечо. Корень, ноги, плечо. Нога, корень, нога. Вот, корень, нога, нога, нога. Только вот так. Я же вот так не буду бить. Это ж легкие, это обман, это тактика. А пробегнул, да, чтобы ты бьешь, раз, без громко. Глубой, да? Да. Да, что? Ноги самые легкие, ноги самые легкие. Вот руки расслабляют, но полезная тема, давай. У тебя дяденька на улице вот так сюда кил. Вот нет, дяденька на улице в жизни, да, твои действия, защиты. Да. Логично, логично, да, ты будешь вырываться, уходить, идти. Хорошо. Да. Попозже ему что-то набьешь, ну, там, вот такой животик, да, побьешь ты. Может быть, лицо достанешь. Да. А вот я вот так. Готов, да? Для этих рук. Ну не будь тебе лицо бить, он будет тебе по голове вот так, просто руку опустит, вот, и все. Поэтому ни в коем случае не давайте сдачу заведомо большим громадам. Это касается взрослых, потому что у взрослых семьи, дети, обучайте изначально правильно. Обучайте выживать. Твоя задача войти в мое тело, забежать за спину. Пошел, хоп, прячься там. Сам не работаешь и мне не даешь. Продолжи атаку. Вот я схватил. Да. Работай. Ищи способ ко мне приближиться, прижаться и уйти за спину. Толкать. Да. Ни в коем случае. Может быть, с ровесником, с таким как ты, может чуть постарше, ты попробуешь лицевой, фронтальный бой. Это пожалуйста. Но когда дяденька большой, габаритный, и ты якобы занимаешься в каких-то смешных единоборствах, это бред бредовый. Изначально для тебя должна быть вот такая тактика. Прижаться ко мне, хоп, и уйти за спину, чтобы он тебя потерял. И потом, может быть, ретироваться и убежать. Да, и ты будешь прав. И больше ты еще не созрел для такого соперника. Ни в коем случае. Можно за ним руки пробить и убежать? Да, если успеешь еще маленько дать. Да, сдачу, если сдашь, это нормально. Но сзади, но не спереди. Но не вот так. А что будет? А что делать, если у него будет какая-то стеклянная бутылка? Ух ты! Быстрее бежать! Ну, у него будет бутылка стеклянное пиво, да, вот он шел. Он тебя перепутал, да, он подумал, что ты мой сын, да, типа, что ты здесь сделал, пошли давай домой. Ну и твои действия. Да, за спину, за спину. Все, я упала, до свидания. Да, но! Спасибо, сюда. Да. Вот он, чтобы ее не бросил в тебя, ты должен уйти за поле зрения, чтобы он тебя потерял. За поле действий. Действие, зрение, видимость. Ты должен как ниндзя исчезнуть за его спиной. Давай, подныривай. Подныривай. Вот то, что мы сейчас сделали. Поезд, да, смотри еще раз. Вот тебя так схватили, нырок. Раз, движение в тело, два, уход за спину, три. Маленько подержать можешь, да. Если хочешь, ты куда-нибудь. Нет. То есть дальше, да? Боишься, дальше поживаешь. Поехали. Вась, ты мне нужен. Элемент. Да, или действие. Да. Слышишь, ветер? Еще раз. Вот так, подныривай. Для чего? Нырки вот эти полезные. Нырки, ребят, толкать. Не только защита от ударов, то, что вы сейчас сделали, мы двигались. Защита, уход от ударов, когда. Ну и еще и нырок. Защита от захвата. Потому что захват это тоже атака. Не только удар, но и захват. Вот я его схватил, хорошо. Шел, классно. Затылочка, прикидочка. И со спины ему легче меня атаковать. Понырей немножко. Влево, вправо, походи. Опять в центр, нырок. В эту руку нырок. Да, поиграй. Вот так. Да. Руки. Лицо закрывай. Ныряй. Хоп, и в спинку пошел. Немножко погуляйте, попрыгайте, поныряйте, повыпрыгивайте. А потом уже вход и заход. Смотри внимательно. Ребят, шаг ногами, даже в борьбе, да? Прежде чем сделать бросок, вы должны сделать правильную посадку. Ноги. Защита с камерой, да. Нога, смотри внимательно. Нога, раз, нога, два. Центр тяжести пошел. Все, вот он, хоп. Три состычки. Отнимай, ставь. Наработка, да, техника, дзюдо. Японское дзюдо. Но эта техника пришла из джиу-джитсу. Засовываю специально, да, якобы под гильотину, а мне это не надо, чтобы руку завести.
Теперь мы будем водить. А ты подныриваешь. Будем вместе, одновременно, синхронно. Дальше усложняем. Интересная тема. По ушам, блин. По ушам. По ушам. А ты еще успеваешь удары делать. Водим, водим, водим. То есть у нас задача не сыпь принципиально попасть. А мы ему как бы помогаем. Обучаться правильной технике ухода, уклонов. По ходу боя уклон, да, да, ну да, уметь. Он отрабатывает удары в движении, вертикально. То есть не вспоминая, он доводит свои действия ударные, до автоматизма. Ну, параллельно, параллельно. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, стоп. Сглаживать, что-то вот это. Ой, такующая часть пояс, как бы тебя скользила. То есть твоя задача не совсем убирать тело, а скользить как бы, по тебе. Потихоньку давай, вверх, вниз. Да-да-да-да. Правильно соображаешь. Да. Мы поднимаем и губим тебя. Это как? Вот, не навернулся. Да-да-да. Вот мы сейчас эти ошибки и убираем. Мы эти ошибки отрубаем. Это ошибки. Да-да-да-да-да. У меня на такую же поверьте. А? Давай. И сюда сюда. Вещи. Стоп. О, поймал, хорошо, все. Технику правильно. Ты видел, он поймал технику. Уже поймал. Вот. Вот с помощью вот таких тренажеров мы и обучаемся. Задача. Мы сейчас обоюдно с ним учимся целоваться ушами. Смотри, ухо. Ухо в ухо. Вот так слазит. Раз. И лбом упирается в плечо. Вот, пока не дергайся, наши говори. Смотри, внимательно. Ты мне тоже в плечико упирайся. Руки пока лошадишь. Толкай плечо. Лобом толкай. Вот толкай мне плечо. Мы сейчас с ним вот так вот толкаемся, вычимся, горелочкой. Потом мы руки берем в захват, обоюдно, хватай меня. Да, боремся на руках. И толкаем головой, шейки вот так прокачиваем. Вот. Вот, шейки и ухо. Потом стоп, поменяй рука. Левым ухом, да. Да, вот этот борцовский навык, элемент обязательно. С чего начинается борьба? Изучение борьбы с небольших вот таких учебных ракурсов, шагов. Толкатик, давай. Обязательно, да. Чтобы лицо прикрыть и не дать шею на обрушение, нужно уметь вставлять ее, да? Пычется, бычок, да? Бычок. Попробуй мне в грудь. Лбом. Шейка сломается. Лежи подбородочек. Вот. Как бычок. Да. Вот. Да, я специально ухожу, нужен меня как наверх дистанция. Без воды. Давай. А теперь мы, чтобы ухом. Ушами потерлись. Упирайся плечо, толкай. Давай, вот это. Вот это за руках параллельно, да? За зарплат, рука в руку. Да, стоп, что если я тебя держу, я не могу. Лёха. Принцип такой же, я забегаю. Надо стягивать. Вот сюда. Вася, расслабься. Хорошо. Я пошел. Да. Забегаю, поднимаю тело. Я поднимаю таз, пробегаю. Ножки в бок ложусь. И потихонечку его выгибаю у вас здесь. Побежал. Когда по голове, то поднимаешь таз. В бок бежишь максимально, беги ногами правую ножку. Вот сюда, здесь зафиксировался, лежишь и порастягиваешь. Можешь дальше попробовать. Вот. У всех так, в обратную сторону. Ну, он с каждым разом будет тебе все больше и больше выгибать, прогибать ножку правую, левую. Это как упражнение, да? Да. А? Упражнение для чего? Для спины? Это упражнение, да? Растяжка в парах. Упражнение на растяжку для укрепления. И дальше сейчас мы кое-что еще сделаем. Так, пробегаем. Ну, потому что я вижу слабые места, и то, что вы еще не видели, не знали, а это надо знать, это же основа. Это самая детская техника. В детском садике в Японии это все дело. Ножки поднимать. Смотрим, ребят, внимательно. Так. Ногами туда. Оп. Вот сюда. Ага. Сверх. И побежал в обратную сторону.
так же, как делал предварительно, так. Немножко зафиксировал, потянул его. Потом приподнялся, сделал себе точку опоры. То есть опять твои ноги закидывают? Да, ноги забрасываешь и кубарь запекай. Можете такой, хоп, да. Вот. Да, не туда пошел. Да, ничего. А так мысль правильно проработала. То есть надо сбоку на ноги переставить. Упражнение в борьбе. Так, развиваем плечи, плечевой пояс и учиться маневрировать, да. В захвате. Вот захват таким образом произошел, почему бы и нет. Хорошо. Нужно уметь продолжать. Ничего не опс, отлично. Нормально, нормально плечики. Да, на съемке. Да. Учимся владеть своим телом и телом противника. На разминке упражнения. А если сильно потерять, то можно руки сломать? Ну они здесь, по идее, не должны ломаться. Мышечные связки могут их тянуться. Где-то что-то легко рвануться. Но надо делать аккуратно. Невеста как понос. А плавно, как человек. Даже по-человечески относиться к своему телу, к телу противника, уважать его. Все, хорошо. Ну, здесь как получается? Ты на меня летишь прямо, я здесь вылезу, чтобы разворачиваться. Поворотиком. Специально спину подставляю. Вот такого плана. Принимать. Толчок от старта бойца не берется. Молодец, умница. Смотри, подворот. Голова пошла. Вот мы тебя делаем подшип. Да. Раз. Два. Медленно показывай. Потом. Да. Да. Теперь ты это же движение делаешь, находясь внизу. Подожди, по команде. Я сверху был, да? И вот тащил переворот. Винта крутил. Теперь он будет винт крутить. Давай, работай. Хоп. Ты работаешь, да? Я тебя зафиксировал. Давай, да? И пошел. Давай. Еще раз в эту сторону, в обратно. Да. Вот здесь зафиксировался. Да, и... Делай ногами кувырок вот сюда. Молодец. И уходишь, или меня ложишься. Это мы старшим показали. Для чего это упражнение? Предварительно не делали. Легко перемещаться. Раз. Два. Пошагово показываю. Да. Рука отмок. Кувыркайся. И пошел. И лоб вниз. Лоб в ладошки. Смотри, вот так вот. Ребята. Раз. Раз. Два. Победил. Все, в пользу болельщиков. Да, смотри внимательно, ребят. Смотри внимательно, движение. Нарабатывай. Да, бояться не надо. Надо мне делать. Так, лежи. Медленно. С тобой показываем для себя. Да, истинно технику джиу-джитсу. Клинч, захват, переход, подход, выполнение броска. Вась, не дергайся, мы с тобой показываем обучение. Способы маневры. Внутренняя часть, то есть я изнутри ухожу во внешнюю. Раз, два, три. Да. И
стоять, стоять, стоять. Ну. Перфюгоз, значит, устоять. Он привыкает руку. Он отрабатывает устойчивость одной ноги, когда нога оказалась в зарплате. Я в данный момент учебное движение отрабатываю все способы прихвата и сближения. Аккуратненько. Сближение с ним, чтобы до автоматизма довести вот эти движения, телодвижения. И перейти потом, войти в тело, чтобы выполнить качественный бросок. С продвижением болевого. Фиксация. На колено, да. Обязательно вот так. Обязательно вот так в бок. Ой, толкать, смотри. Тут Вася убирает, смотри. Связки рвутся, да. Обязательно фиксация. Нога в ногу. Нога в ногу. Хорошо, да, помогает. Еще разик, давай. Давай, правой ногой, да, смотри. Да. Ну здесь просто не хватает. Сейчас аккуратно. Ногу ударим, ногу ловим и начинаем плясать вовнутрь, во внешних. Я перемещаю свое тело вокруг его ноги, вдоль его ноги, внутренняя, внешняя часть. И руками контролирую заход. А потом уже на бросок. Так, а внутрь мы как заходим? Вот тогда не торопись, ладно, что кому-то мешает через раз, можно раз, и повторю, что для себя, да. Значит, я рекомендую, что? Вот, вот так вот. Стоп, стоп, на кнопку, да? Более жирно. Не жалко, все-таки немножко закрываюсь, но не давай, потому что в этот момент будет бить обязательно. Я тоже буду бить, да, поэтому я должен знать и должен здесь на тренировках наполучать, чтобы знать подход. А вот это, да, спиной? А я покажу, пока вот эти шаги защиты. То есть я держу, ногу-то поймал, держу, но еще пока на бросок не перешел, потому что он маленький сопротивляется, он пытается меня атаковать, да. Прижимаюсь. А, вот это вот, я вращаюсь вдоль. То есть, еще доворачиваюсь, уже потом... Потом уже бросок, когда полноценно тебя схватил, чувствую, все там уже ремонт. Получается, мы два вращения, да, вспомнили. Отсюда ты меня не бросишь. Ну, здесь можно уронить. Не то, что бросить, здесь можно подцепить, уронить, попытаться. А именно полноценно, вот так, плотненько. Вот здесь уже... Здесь уже пошло. Да. Здесь ты можешь его хорошо приподнять, оторвать, бросить, заработать хороший балл очки. Ну, если по спортивным правилам, да. Вот таким. И вот таким. Да? Смотри, смотри, пальчик. За рукоять ножа. Нет, лицо не надо. Не надо. Подальше отойди. Ему не понравится. Я вам скажу. Близкими подключениями. Держи. Сжался, да? А, во, видите, подходил. Во. Вот. Поднял лучше. Перехватывай. Просто вот это. Меняй положение. Да, да, вот это детская техника или детском садике. Тут может там детский садик детишкам преподают. Потому что там основа безопасности у них заключается в мышлении. Чтобы... Я походу этот колобрич переиграл. Да, толка, чтобы научиться... Защищаться от ножа нужно научить человека владеть ножом, чтобы знать возможность атакующего. Старая истина, еще там Александр Македонский обучал свою дружину, свой спецназ. Рукоять, рукоять. Перехваты вот такие. Стоп, пока без ударов каких-то таракани смотри сюда кирилл. Дал напал на кого-то там. Я тебя там перехваты делаю, да, вот они перехваты, да, смотрю по сторонам. Если вы посмотрели, она же чувствует. Уже как старые древние ниндзюки. Знаете, вот это. Да, вот, начинаем с такого маневра. Сереж, нож. Серега, повторяй за мной. Да, для тебя, да. А то ты смотришь, у тебя глаза. Ну, давай, более легкую технику. Перехвата, да. Ты в американском? Нет, в русском спецназе. А я не могу сказать, что
будет вот так на пальцах вот так. Попробуй с пальчиками. Нет. А, ну вот в пальчиках, да, вот такой характер перемещения с помощью пальцев рук, да, и укрепление пальцев. Закрывая, открыл пальцы, закрыл пальчиками, 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 ну да, пальчиками, естественно. Ну, здесь пальчики, так, промежуточная фаза, и чтобы все-таки потом держать крепко, сжать ладонь в кулак, пальчики, ладонь в кулак, пальчики, ладонь в кулак. Что ты делаешь? Я показал, вот так, перехват. Я передаю из руки в руку, из ладони в ладонь. Я не бросал пока, ладно? Не надо, не сочиняй. Вот так, между ног, да. Вот такую проходите курс молодого. Твои действия, когда тебя просто статично угрожают, пугают. Ну, видно, что маленький испугался, и правильно, испугался положительно. И пытается бороться. Дяденька-то крепкий. Вот я... Все, нокаутировал тебя шалбанами. Давай. Можно, в принципе, взять, когда атака, можно взять вот так за руку. Вот в чем ошибка, ребят, в чем ошибка. И, ну понятно, и особенно взрослые. Я провоцирую, да? Я провоцирую атаку ножами. Твои действия, давай. Вот угроза, ну елка, откуда? Я не буду спрашивать. Один тебе или два ножа. Толга, все, бля. Я не знаю. Видно, что в голове там мультики крутят, вспоминая все приемы какие-то монгольские, марсианские. Можно и убежать. Да, почему бы и нет? И убежать потом. Да. У тебя же кроме рук еще ноги есть. Согласен? Либо лоу-кик пробить, пока он будет сагинаться. Моя да. Поэтому работа с ножом, защита от ножа, удары ножом. Это глобальная тематика. Надо несколько семинаров проходить, обучаться. И обучаться технике боя. Разные техники есть, скажем так, манера исполнения ударов, угрозы. Серега, угроза может быть с моей стороны, со стороны спины. Да, вы должны быть к этому готовы. Вот вы для этого в зал вы приходите, чтобы... Кстати, вот этот раздел изучать обязательно. Спорт – это спорт. Там на улице спортсмены гибнут. Это не мои слова, это слова Костя, его слова. На улице спортсмены гибнут, потому что они не умеют биться по-уличному. Они спортсмены и великие легенды, бойцы. И давай, твои действия. Ну, как будто ты без оружия, я с оружием. Я тебя не убиваю, я просто тебя пугаю, я просто тебе показываю. Если дернешься, я тебя порежу, это лезвие. Ну, в реку дай. Саша, это дай. Да, давай. Давай в реку мне. Да, видите, вот так вот. Успею в этот момент. Когда поэтому ты прав и не прав. Да, получается? Все-таки надо маленечко здесь, от этой угрозы как-то уйти. Ударить можно ногой моей гильдии сюда убить. Конечно, можно. Ты еще и название ему скажу, он вообще упадет со страху. Да. Можно свет. Ну, лоу-то нет. А вот колено вот сюда пойдет. Хорошо, кстати. Смачно пойдет. Правое. Нет, правое. Да. Да. Ну нет, уже буду тебе не успеть. Можно сверху вниз ударить. Да. Да. Если я вот так схватил, вот так вот. И дальше что будет? Как освобождаться? Да. Ребят, вот надо к этим ситуациям быть готовым. Хотя бы так издалека. Хотя бы их почувствовать, Вася. Здесь, в зале, на тренировке. Вот это вот истинная живущая японская. Руку отводить. Вот нож идет, я сейчас буду наносить удар, да, останавливать. И успевать наносить удар. Да, вот это переключение, моторика. Защита на резкую контратаку. Наверное, вот эти действия, они будут для вас очень удобны и полезны в жизни. Когда-то неожиданно какой-то дурачок достал ножик и вам пытается в тело вонзить. Потом вы готовы отбить и тут же атаковать сходу в лед. Это хорошо. Теперь серию ударов вот сюда наносишь.
серия ударов руками. И защита. Серия. Защита. Переход. Да, да, да. Работай, работай. Я здесь специально сейчас немножко путаю. Оп. Да, 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 да. Вася. Переход, да. Защита. Атака. Защита. Атака. Защита. Атака. Давай. Ну, мог бы поднырнуть, но я отвлёк. Ну, сейчас пока условно. Да, помочь и меняться. На правую руку, потом на левую руку нож. Нож. Левую руку нет. Самостоятельно меня договорились. Давай. Накладываем руку. По очереди. Ну, и дальше мы будем всю систему. Вторую руку тоже. И забегай за спину. Да-да-да, доволен до автоматизма. Задача. Делай шаг назад, не делай. Наоборот, на нож идешь, на нож и человеку достаточно. Да. Сидеть где-то будет угрожать на улице. Не надо с ним биться, надо убегать. Но грамотно убегать. Не, не, остановить угрозу, да. Плотнее прижимать. Ладочка, испугал. Хорошо. Боишься, значит уважаешь. Дальше. Действия. Уход. Больше ничего не делайте. Не надо никаких вам приемов показывать. Бред бредовый. Если вы будете взрослого человека руку пытаться ломать, это играет нож. Причем, если у тебя есть свой нож? Не пляши, не пляши. Прижимайся, прижимайся. И уходи за спину. Прячься, ты гнида, прячься. За спиной. Вот, чтобы он тебя ходил. Я тебя потерял. Давай, пошел. Оп. Если вам угрожает взрослый дяденька, не руками, не ногами, а именно каким-то предметом острым, не надо с ним сопротивляться, бороться, отобирать. Он не так рано еще. Ваша задача... Кирилл, можно свалить. Да. За спину. Это не обязательно такой захват. Дяденьку ты не поднимешь. Алкнуть ему под задницу, убежать логично будет. Давай, давай. Оп. Уходи. Да. Такое упражнение на развитие моторики. Прежде чем что-то отобирать, надо научиться останавливать. Руку накладывать. Изнутри, с внешней, сверху, снизу. Двумя руками. Это как в данный момент сейчас. Я только тренажер. Уходим тренажер. Нет, статично. Либо пытаться отвести. Сейчас хваты отрабатываю, хваты, технику хватов обязательно. Вот уже ошибка для меня. Надо подгибаться. И потом технику отводов. Задача. Руку накладывать, да. Все. Раз. Защита. Ну, принцип такой же, что вы сейчас на лапах отрабатывали. Моторика вот эта, переключение с одной техники на другую. Сейчас там да. Оба фронта. Уже положили ножи пока. Лапа. Ты сейчас будешь защищаться. Нет, ну видишь, как если ты именно за талец, если ты возьмешь, сейчас хватит. Показывает. Видишь, как сейчас я тебя, вот если ты как делаешь, что я тебе сделаю? Лезь, лежит кошмя. Тут уже от тебя все зависит. Ты второй руке там быстро дорабатываешь, там колено. Все, вдвоем. Угроза. А вторая сверху. Две руки. Джиу-джитсу, да? Без касса нельзя. Комплексы, работа с оружием, обязательная тематика. Они внимательно посмотрят, откуда пошли все удары руки. А
отпочковались ударные техники, в карате джитсу, в карате, в современный диск, техника ударов, оружие, меч, нож, палка, копье, я имею в виду исторически. Исторически это надо тоже знать, понимать, может это спрашивают на экзаменах. Не надо было владеть, естественно. Я пропагандирую японское джиу-джитсу. Есть всякое. Европейское, бразильское, монгольское джиу-джитсу, хрен-джитсу, всякие разные. Будущая тема семинара защита, да? То есть я закрываю его. Вы напали, я с помощью ног пытаюсь от вас развиваться. Моя задача это. И ко мне прижимайся, да, охрана, охрана. Вот мне очень важно. Вот эти разделы дальше. То есть мы за ребенка защищаем. Дальше своего дитя, своего ребенка, родственника, с кем ты вышел, брат, племянник. Солгат, давайте, выходи. Вот, руку тебе пожму. Диплом прохождения семинара. На тебя похоже. Ну что, какой будешь? Сережа у нас Сергей. Деревья. Да, его покрупнее немножко. В следующий раз, ладно? Угу. Мелковато. Серега, держи его, чтобы крепко. Другой дипломчик, идет прохождение семинара. Там написано, о чем семинар был. Коряков, правовая тема. Артем Коряков. Артем. Кирилл. Симкин, да. Ты же пивушки собираешь. Это же беру, кстати. Степанов, Саша Александр, Степанов, конечно, не видно. Замечательно. Ух ты. Голуши, да? Галуши. А, Галуши. Василий. То есть Голуши, Анатолий сейчас в автомобилист у нас играет. Жалко, что Сибирь. Итак, у нас прошел семинар Андрея Владимировича Соколова. По итогу нашего семинара я хочу сказать большое спасибо, Андрей Владимирович, за кучу эмоций и в первую очередь за хороший материал, ну, мне как тренеру, то есть я этот материал буду в дальнейшем отрабатывать. Ребята получили очень большой объем информации и ту же информацию получили, но с другой стороны, и это очень важно на самом деле. Вот, и в свою очередь хочу у вас взять как сенсей, да, как тренер этих ребят. Очень хочется узнать ваше мнение, да, о ребятах и какие у вас впечатления от данного семинара.
Общее мнение, наверное, после второго-третьего семинара я скажу уже более так широко, качественно мнение, значит, по подготовке, по развитию. Все-таки семинар у нас был первый и носил ознакомительный характер. Моя цель, задача была основная – познакомить с настоящим японским джиу-джитсу. На фоне сейчас многих развивающихся направлений джиу-джитсу, европейских, бразильских, всяких разных. Ну, это веяние такое модное, но все-таки нельзя забывать истоки, корни настоящего джиу-джитсу, все-таки пришедшее к нам из Японии, японское джиу-джитсу. Все-таки это искусство воинское, самураев. И в первую очередь это работа с оружием, от оружия. В данный момент мы будем идти по направлению работы с ножом от ножа, от короткой палки с палкой в первую очередь. Ну и также без оружия продолжать знакомиться, совершенствоваться. Это все навыки ударные, навыки борцовские. Ну и итог в будущем – научиться защищаться от нескольких противников. Научиться защищать себя и свою семью. Еще раз хочу сказать большое спасибо за познавательную такую тренировку, за проведение семинара. И мы всегда вам рады. Ну, в будущем будем сотрудничать. Да. Вот.